Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки-ниндзя-легенды. В магазин бежим, и у нас здесь две колоды. Давайте посмотрим, что нам достанется. 70 мутагена, 3D-очки. Так, 40 пиццы, это уже хорошо. 140 сюриков и карточка Хана. Что ж, не дурно, я вам скажу. И у нас еще одна колодушка, давайте смотреть. Так, два телепорта, 600 мутагена, 10 долларов, ага, 220 сюриков и 2 ДНК зэка. Ну, 2 ДНК зэка, конечно, нам, ребята, ни к селу, ни к городу, потому что зэк у нас прокачан полностью. Так, ну что ж, давайте возьмем 3 осколка золотых, также 2 серебряных, 5 телепортов, 4 доллара и 500 мутагена, ребята. Ну что, давайте пробежимся по заданиям, заберем реварды, выполним, как говорится, их. Поднимите уровень персонажа, но это проще всего. Давайте найдем кого-нибудь. Ну давайте вот, например, Севера. Поднимаем ему уровень, забираем сразу же, ребята, с вами реварт. И будем искать сейчас с вами, наверное, ДНК. Пройдите серию испытаний. Да, кстати, вот это тоже нужно нам пробежать по-быренькому. Раз, два, три, четыре. Да что ты будешь делать? Пять. Ну, как говорится, поехали. Так. Может быть, самому? Да ладно, в принципе, какая разница, ребят. Давайте на автобое. Все равно справится. Так. Крис делает дополнительную защиту. Леонардо делает супервертушку. Так, Рафик добил. Ну что, остался лишь Джастин здесь. Ему не совладать с нами. Это понятное дело, ребята. Так, о, еще и хиляемся. Отлично. Все. Так, волна 2. Ну и кто у нас тут? Ага, понятно. Сейчас, ребята, они получат свое. Так, ну мы в первую очередь решили почему-то маузеров разбить. У нас контрудар. Отлично. Так, Саблезуб, ты бы лучше бы отдохнул, а? По-хорошему тебе говорю пока. Единственное, что, ребята, Шреддер может сейчас всех отхилить. И он, наверное, это... Нет, он не успел. К сожалению, он не успел, ребята. И поэтому мы добиваем Рахзара. Ну ладно тебе... Тихо-тихо-тихо! Ой, если бы он сейчас в Рахзара стрельнул бы, я думаю, что мы бы здесь лишились бы его. Ну, а так у нас все получилось идеально, все очень хорошо. Так, ой, мы, кстати, сейчас с вами получим 83 уровень. А вот что я скажу. Так, здесь мы собираем и сбрасываем все. Да, ничего хорошего нам не дали. Так. Ну что же, давайте искать ДНК. ДНК будем с вами сегодня искать на... Секунду, кто же мне нужен? Да, ага. Так, на Ванечку давайте поищем. Может быть, нам сегодня повезет. Так, одна ДНКшка уже найдена. Вторая. Это неплохо. Так, давай третью. Третью. Нет, третью, конечно же, не дают. Так, здесь две звезды, поэтому не получится. Давайте дальше искать, кого мы можем с вами. Так, погоди-ка секунду. Ёлки-палки. Ага, давайте-ка Хана поищем. Тоже три попытки у нас. Ага. Первая ДНК есть. Тут минус. Ну давай. Две. Отлично, хорошо. Хотя бы так. Ладно, ищем, ребята, с вами дальше. Кого будем шуршать? М? Кого бы нам поискать-то? Джастин, что-то неохота, если честно. Давай тогда, наверное. Так, Магмана мы уже искали. Так, этого Кисси невозможно найти. Давайте Пиццелицева. Так, сейчас уровень, ребята, будет. Сейчас, вот. Да. Я нас поздравляю. Мы получаем с вами 83 уровень. Так, ну-ка посмотрим, что нам здесь выпадет.
Так, змейка вьюн. Одна ДНКшка, ребята. Ну и то, ладненько. Так, поцелиться, давай, не выделайся. Выпадай мне. Не стал. Слушайте, нам еще нужно искать, потому что задание не выполнено. Мы сделали только... Так, еще один раз нужно. Ну, это легко. Давайте вот, да хотя бы карайку, елки-палки. Какая разница? Все. Забираем реварды. Нормуль. Так, что у нас там, ребята? Давайте посмотрим в магазин. Ага. Есть сюрики. Так, что мы можем здесь купить? Либо Макмана, либо Паукуса. Либо обоих. Давайте обоих, ребята, возьмем. Вот так вот. Так, жетончики, ребята. Жетончики, естественно, крыса. Ой, крыса, лиса, елки-палки. О чем я думаю? Ну что, здесь вроде бы все, разобрались. Так, здесь надо обменять. Так, кстати, у Зека тоже нужно обменять, ребята. В обязательном порядке. И переходим, соответственно, наверное, уже с вами на турнир. Так, здесь у нас все выполнено. Да, здесь я собрал всю ДНК, поэтому нужно шуршать на турнир, на арену. Так, выбираем, ищем, кто у нас здесь будет против нас. Я предпочитаю вот этих вот ребятулик. Так, 47, 48, 50. Блин, вот гаденыши-то, а? Поехали. Ну и сейчас мы разберем это однозначно. Я даже париться не буду. Поставлю сразу на автобой. Так, Крис делает защиту. На Леонардо супер-вертушка. Да, в принципе, грубо говоря, они уже готовы. Они еще пока еще не подозревают об этом, но тем не менее. Смешно. Ну куда ты там со своей волной, а? Родной ты мой, отдохни. А этот защиту поставил дополнительно и думает, что поможет. Нет. К сожалению, тебе не поможет это все. Падает. Так, ребята, у нас с вами есть на один полноценный откат. Вот я думаю, стоит тратить или нет. Сейчас посмотрим, где мы с вами находимся. Так, сёгуны у нас и 63-я позиция. Хорошо, ребят, я трачу 5 откатов для того, чтобы нам можно было продвинуться дальше. Выбираем. А давай вот этих вот. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. В бой. Опять же, ребят, ставлю на автобой. Потому что, ну, нет смысла здесь разруливать. Понеслась, как говорится, душа в рай. Ну что ты со своей пиццей, а? Так, Крис делает усиленную защиту. Лео, как всегда, с вертушки. Ну, в общем, ребята, уже видите, что победа будет за нами. Он уже делает какие-то попытки нас выиграть, но ничего здесь не получится, ребят. Так, провокацию сделал Рокзар. Угу, Майки упал. И Ванюшенька тоже у нас падает. Ну что же, ребята, идеальная победа, как вы сами это видите. Соответственно, мы продвигаемся с вами далее. На какой? Давай полтинник, полтишок. О, даже 48, вообще шикарно, ребята. Единственное, знаете что? Что больше нам нечего делать пока. Задание мы с вами все сделали. Это ждем. В магазине сейчас тоже делать нечего. Тут что могли, мы с вами прошли. Поэтому, наверное, мы делаем с вами перерывчик и увидимся в ближайшее время. Так что не расходимся, ребят. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Ну что же, прошел определенный промежуток времени, и что же мы видим? Что у нас есть ежедневная награда за Лигу Сёгунов. Давайте посмотрим.
Ох, шикарно. 80 бакинских, ребята. 18 ПВП очков. Просто шик и блеск. Так, заходим сюда. Получаем 5 золотых осколков. Плюс к этому всему 3 серебряных осколка. 2 телепорта. 3 бакса. Ну и, естественно, 500 мутагена. Так, в магазине у нас откатилась одна колодушка. Давайте посмотрим, что нам здесь достанется. Так, я, по-моему, Джастин, что ли, там? Да, ребята, это Джастин, собственная персона, к нам пожаловал. Но это не самое главное. Самое главное, что нас... Так, секунду. По пицце мы с вами... Так, секунду. Ах, у нас от... Давайте, конечно, будем проходить, ребята, этот бой за пиццу. Ну, вы прекрасно знаете, что я любитель тратить пиццу. Особенно в конце игры, когда мы с вами будем закругляться, мы обычно с вами ищем недостающие ДНК. Поэтому сегодняшняя серия, я думаю, будет не исключением. Главное, чтобы у нас хватило, ребята, на это все телепортов. Так, ну что ж, давайте, у нас второй эпизод. Сейчас мы быстренько пиццелицево закромсаем. Здесь всего у нас сколько? Получается 5 эпизодчиков, да? По-моему, так. Отлично. Кувыркнулся, как говорится, носом в землю. Черепашки быстренько его съели. Даже, я думаю, что железная голова тоже не побрезгует этой пиццей. Так, 20 пицц мы зарабатываем с вами и идем дальше. 25 у нас на кону. И, естественно, все будет это дело на автобое. Буквально до последнего пиццелицева. Да-да-да. Потому что здесь не требуется никакого моего вмешательства. Абсолютно, ребята. Абсолютно, я бы так сказал бы. Да, кстати, вы напишите мне, пожалуйста, ребята, что вы думаете по поводу моего нового канала. Если кто не в курсе, то на страничке на моей есть обзоры видосиков, которые именно идут на мой новый канал. Я не знаю, как это сделать. Может быть, ссылку на этот основной. Но, как я вам говорил, что там будут игры, посвященные именно ПК. Именно там я собираюсь в данный момент проходить игру RimWorld. Вот так вот будет правильнее. Кто не в курсе, это очень довольно-таки глобальная стратегия. Я в нее еще сам не играл, ребята, но очень хочется. И вообще у меня большие планы по поводу ПК-игр. Так, ну что же, мы с вами двигаемся. Двигаемся довольно хорошо, комфортно я себя чувствую. Так, двигаемся, и у нас... Оу, 35 пиццы. 35 пиццы, ребята, мы сейчас сверху с вами заработаем. Понеслась, родная моя. Ух, что-то я, по-моему, с энергетиком немножко перебрал. Ух, меня же прям будоражит. На дворе ночь, а Рычик, как всегда, пишет в темноте, когда все дети спят. Ну, это единственное время, ребят, когда я могу себе полностью посвятить доступное мне время. Так, слушайте, я думаю, что пиццелицы здесь ничего не сможет сделать. Абсолютно ничего. Опс, подхил от Лео, шикандос и... Оу, Раф, зачем? Зачем ты так сделал? Нет, надо было, наверное, все-таки тебе немножко не то сделать. Хотя, кто знает... Хотя, наверное, мы его разбомбим, да, ребята? Зергут. Отлично, все очень великолепно сделано. Ну что же, пиццы мы с вами заработали сколько могли. Так, и мы с вами двигаемся дальше. Куда же нам рвануть? Вот о чем я сейчас думаю. Так, здесь у нас все сделано на турнир. На турнир. Давайте глянем, что у нас по турниру. Один бой-то мы стопудово с вами сейчас сыграем. Как ни крути. Эх, жалко, билетиков нету. А погоди-ка секунду, ребята. О чем я говорю? Мы сейчас с вами сделаем ход конем. Да-да, именно вот так вот. Пускай это будет рискованный шаг, но тем не менее. Знаете почему? Потому что, ребят, сегодня воскресенье. Завтра уже будет понедельник, завтра будет откат. И завтра будет подведение итогов. Поэтому я и сделал такой вот шаг. Охо-хо-хо-хо. Да? Ой-ё, просто ты ничего... Я набрал... Ребята, я набрал осколки золотые. Ой-ой-ой, как красиво, как хорошо. А кого же мне сделать? Блин. Слушайте, я, знаете что? Я, скорее всего, наверное, Бакстера. Да, я хочу его поднять по рангу. Знаете почему? Потому что, ну, вы сами подумайте. У нас Муха Бакстер, он в основном идет как хил и соло-атака.
Карайка есть, есть масс-атака, но она не особо сильная. Все-таки у Бакстера Стокмана, который именно в кибернетическом костюме, у него две масс-атаки. Это выпускает маузеров и плюс волна, которая дает постепенку. Поэтому я все-таки склоняюсь больше именно к нему. Да, ребята, может быть, кому-то это не понравится, но... Секунду. А что я тут разглагольствую, если у меня не хватает сюрикенов? Ё-моё, ну подкололи, а. Ну, в любом случае, ребят, я думаю, что вы со мной согласитесь, чтобы я именно Бакстер Стокмана прапывал. Но пока я ничего не могу сделать, поэтому пускай они пока стоят в сторонке. Ну, а мы с вами продолжаем. Так, турнир. Поехали. Охо-хо-хо-хо. Сейчас будем с вами смотреть. Опять меня, да, немножко. Ох ты, смотрите, ребята, Лига Сёгунов. Ой-ой-ой, вот сюда, сюда. В первую очередь, так, 55 и 53 уровни. Соответственно, ребятушки, мне здесь придется брать мою элитушку. Да-да-да, именно вот этих ребятулек. Фух. Ну-ка, я давненько сюда не поднимался. Вообще-то я в первый раз вообще сюда поднимаюсь. Именно до такого уровня. Давайте посмотрим, что у нас будет именно на автобое твориться. Так, Рокзар берет провокацию. Крис делает защиту. В принципе, это неплохо. Так, Лео делает пробивающий удар. И Раф завершает. Что, что ты, морозильная кошка делаешь? Скорость. Слушайте, я думаю, что ничего это не поможет им. Ты посмотри-ка, а. Ты посмотри, он делает защиту у ворот, крит удар. К сожалению, ничего здесь не поможет. Так, нормулька, пока идем хорошо, довольно плавно все идет. Так, доник, наверное, у нас упадет, либо тут, либо этот. Не, скорее всего, вот этот быстрее шпиндякнется. Ну-ка, понятно, я понял, у тебя двойная атака у тебя идет. Ага, все, этот доник упал, ребята. И это говорит о чем? Что нам остается добить лишь вот этого доника из фильма. Ты посмотри-ка, какой мелкий, а? Мелкий и крепкий оказался. Но, тем не менее, он не выживает против моего натиска. И мы с вами, соответственно, продвигаемся. И продвигаемся мы сейчас посмотрим, куда, ребята. Ой-ой-ой, если я получу двухзвездочного Сёгуна, это будет рекорд, ребята, по моей игре за весь цикл вообще этой игры. Как же мне хочется, а, ребят, если бы вы знали. Так, 15-19, 15-19, 15-19. То есть я могу здесь выбрать любого. И я выбираю вот этих. Знаете, почему выбираю? Потому что вот здесь серебряные звезды. Это означает то, что эти игроки слабенькие по сравнению вот с золотыми. Поэтому вперед, как говорится, из песни. А если... Нет, придется делать откат, ребят. Я хотел, думал, а что будет, если я возьму своих вот этих ребят. Ну, не буду рисковать, не буду. Сделаю просто-напросто откат и поеду в бой. Естественно, также. Хотя, давайте без автобоя. Я попробую сейчас лично разобрать их. Так, поехали. Так, ну, как всегда, я начинаю играть, ребята. И у меня приходят сообщения именно от вас. Со своими пожеланиями, со своими советами. Я ничего против не имею. Не могу просто их отключить. Немножко отвлекают от основного процесса игры. Так, давай защиту поставим. Хотя здесь нафиг она не нужна. Я, в принципе, полностью уверен, что здесь мы сделаем полный расколбас с вами. Да, полнейший просто-напросто. Ох, ну что ты, ну что ты, бибопчик, ну остынь, роднуль ты мой. Да, ты в инвиз уходишь, я так и понял. Минус. Так, и давай вот так сделаем. Йоху, чпокс. Нормуль. Шикандос. И, ребята, у меня еще есть 5 карточек на откат. Соответственно, мы с вами сможем еще один бой провести. И хотелось бы мне очень сильно перейти в Лигу Сёгунов двухзвездочную. Так, глядим. На какое место мы падаем с вами? 35-й. Ёпрсте. Нет, походу мы с вами не попадем туда. И в этом виноват не я, а виновата то, что у нас так очень медленно и долго как-то идет подъем. Так, 15-20, 15-20. Соответственно, будем выбирать что-то вот из этих. Давай-ка я возьму, пожалуй, вот этих вот ребятулек.
и проучу их маленько. Так, Зэк и Рахзарчик. Поехали. 52 уровень, даже, наверное, здесь можно на автобое, ребята, зарулить. Все будет у нас великолепненько. Смотрим, Зэк делает ловушку. Рахзар. Так, Крис добивает Бибопа. Лео бомбит Майка. Майк, естественно, кидает свою бомбочку, которая ничего не дает ровным счетом. Так, Рафик делает провокацию. И, в принципе, на этом все, ребята. А, нет, смотри-ка, Раф. Нет, вот, пошел. Я же думал, что он не будет контрить, но он контрит. Ты посмотри-ка, а, что происходит, ребят. Не все так просто. Ты... Ах ты. Рахстеди делает контратаку. Лео, успокойся, пожалуйста. Успокойся. Здесь тебе не выиграть, как бы ты этого не хотел. Да-да, именно об этом я и говорил. Ну что же, у меня закончилась, ребята, к сожалению, энергия. Посмотрим, на какое мы место с вами приземлимся. Ой-ой-ой-ой, ребятушки, 20 место. Мне буквально чуть-чуть не хватает. Если бы у меня было бы побольше бакинских, конечно бы, я бы передвинулся бы, наверное, на двухзвездочную сёгунскую лигу, так скажем, место. Но сейчас я этого не могу себе позволить. К сожалению, значит, рекорда у меня не будет. Жалко, печалька. Но ничего не могу я с этим, ребятушки, поделать. Также у меня здесь не хватает... Не хватает звездочек, ребят... Ой, звездочек не хватает. Не хватает у меня сюриков. В общем, над сюрикенами тоже нужно будет подумать. Но зато у нас сейчас с вами 301 пицца плюс 15 порталов. И я думаю, что есть смысл нам поискать персонажей. Да-да, именно персонажа, ребятушки. Так что отправляемся с вами в путь поисков. Кого же нам начать? Смотрите-ка, у нас тут... Ой, все так хорошо, все так красиво смотрится. Вот, смотрите-ка, Иван Степанко. Давайте его найдем, попробуем. Хотя бы две карточки, это уже будет... Ой-ой-ой-ой-ой, не выпало. Что ж ты так, Ванюша? Что ж ты меня так подводишь, родной? Вот, спасибо тебе, дорогой ты мой. Давай вторую, пожалуйста, не скупись. Ай! Нет, он меня, ребята, побрил просто-напросто. Так, подожди-ка, а что у нас у Карайки? Мы можем выучить ей навык. Естественно, будем делать плевок. Вот так. Замечательно, пускай. Ядовитый плевок, ребята. Пригодится нам, поверьте. Так, ну а мы продолжаем наши великолепные поиски. И остановимся мы с вами на Хане. Находим. Так, три попытки. Смотрим, повезло. Давай-ка здесь прошуршим. И еще одно ДНК. Это уже замечательно, ребята. Давай третью, Хан. Ну, это маленький, ребята, очень шанс, когда из трех попыток выпадает три карты, три ДНК. Очень маленький шанс. Но зато какой приятный, да? Так, что же нам тогда искать? Джастина? Джастина. Ну, давай. Давай Джастина, фиг с ним. Попробуем его поискать. У нас все равно очень много пиццы. Я думаю, что у нас, ребята, быстрее закончатся порталы. Пицца-то еще останется, а вот порталы, к сожалению, закончатся. Так. Ай, как хорошо. Как хорошо. Давай здесь еще прокрутим. Так, тут всякие комиксы выпадают, всякая ерунда, что нам, естественно, ребят, не нужно. Вот, вот это уже другой разговор. Еще одна карточка Джастина выпадает. И здесь нам... Да, красава. Так, Джастина мы нашли. Блин, а пицца-то еще, ребят, целая куча. Просто целая куча. Я даже не знаю, кого искать. Блин, тигра хочу. Я хочу вообще вот этих вот всех героев, которые здесь есть. Не будем мелочиться. На самом деле хочу всех. Так, ладно, давай начнем специалиться тогда. Много, конечно, нужно найти, но чем раньше мы начнем искать, тем лучше нам будет в дальнейшем. Так, две ДНК, это уже хорошо. И давай третью, плиз. Хрен тебе. Хрена лысого, так и сказали. Ой, ну я не в обиде. Давайте тогда острозуб.
Острозуб, саблезуб. Будем тратить все равно, ребята, с вами всю пиццу. Либо пиццу потратим, либо... Ой-ой-ой-ой, последний, ребята, телепорт у меня. Последний. Все. Пиццы еще 85, а телепортов у меня, к сожалению, больше не осталось. И это говорит только об одном. Рэй, завязывай играть, иди отдыхай и делай видосик. Так что, ребятушки, я прислушаюсь к этому мнению и скажу вам одно. Мы обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту замечательную и удивительную игру. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.